Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Пойди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары и взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь. По истечении 10 лет пребывания Адамова на земле хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое. А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою. Авраам сказал Саре: вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей ангел Господень: Агарь, служанка царина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Бер-Лахарой. Он находится между Кадесом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила.